Всем доброго утречка. И кто тут такой валякается? Прям как человечек. Головку приподняла, ушки на макушке, да, под одеялочком. Наша милусенька. Да, если мама раз подошла, тогда погладь меня. Да, доброго утречка. Доброго-доброго утречка. Маленькая лопатулечка. А лапочки, ну такие тоненькие, да, ну прыгучая девчонка, прыгучая, могучая, да? Отдыхает, она еще валяется. А где же наша я же мать? Ой, я же мать с детьми. Скажи, а как же? Утро, надо все проверить, всех умыть, всех накормить. Да? Вот они все. Так, а где? А все, четверо, четверо. Я, милусенька, думала, ой, Викусенька, что, одного потеряли? Что, один в побег ушел? Такая корзиночка сейчас пока у них. Плетеная тут меховая эта. Вязанка такая пушистая. А кто тут еще пришел доброе утречко желать? Донечка пришла утро доброе всем пожелать. И тебе доброе утречко. А где наш бусеныш, лимпусеныш? Спит где-то? Ой, а там серьезный такой дебенок такой. Ой, потягушки. Я продолжаю спать на полу с Викуськой. Ей как-то так спокойнее. Потому что если я перехожу на диван, она хочет туда запрыгнуть и нервничает, что я далеко. И за деток нервничает. Поэтому я сплю рядышком с ней, чтобы она не нервничала. Вот это моя голова, а тут ее голова. И она спит спокойно, не нервничает. Да? Скажи, ты же моя мать. Ты как бабушка, должна рядышком быть, помогать. В общем, я сейчас в роли бабушки. Бабушки на сетке. Покормить, попоить, постирать. В общем, мамке помогать. Я? Ну, ты представь, скажи, что вы тут уже обсуждаете? Что вы уже обсуждаете? Так что малыши пока спят, она их недавно покормила. Все сытые, довольные носики, курносики. Все отдыхают. Мы вам желаем доброго утра, хорошего настроения, замечательного дня. И чтобы у каждого сегодня произошло что-то хорошее-хорошее. Добрый-добрый, приятное-приятное. А вам всем говорим еще раз большое спасибо за все ваши добрые и теплые слова. Всех целуем, обнимаем и много радости желаем.